Один человек погиб, еще один получил серьезные травмы в ДТП, которое произошло в субботу в Грязовецком районе. На 37-м километре дороги Вологда-Растилово столкнулись автомобили «Шевроле Нива» и «Акам». По предварительной информации, легковушку, которой управлял 62-летний мужчина, развернула во время движения. Автомобиль выехал левым боком на полосу встречного движения и врезался во внедорожник. Водитель «Аки» погиб на месте. 48-летняя пассажирка «Шевроле Нива» получила травмы различной степени тяжести. Еще один человек погиб в аварии в минувшие выходные в Сямженском районе. ДТП произошло на трассе Москва-Архангельск около 5 вечера в субботу. 26-летний водитель машины ВАЗ-2112 при обгоне грузовика не справился с управлением. Машину занесло, и она оказалась на полосе встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Деонексия». При столкновении погибла пассажирка отечественной легковушки. В больницу с различными травмами госпитализированы еще трое пострадавших. Также в салоне «Двенашки» находился 2-летний ребенок. Девочка была пристегнута в специальном кресле. Врачи диагностировали у нее незначительную гематому. В этой аварии погибших нет, но есть пострадавшие. В Череповецком районе столкнулись тягач и две иномарки. По предварительным данным, 42-летний водитель «Шевроле Лацетти» не справился с управлением и выехал на встречку, где и столкнулся с тягачом. От удара большой груз съехал в кювет. Двигатель иномарки сорвался с креплений и его выбросило в Kia Rio, которая также оказалась от удара в кювете, сообщили в областном УМВД. В результате ДТП водитель «Шевроле Лацетти» и его пассажирки, 39-летняя женщина и 15-летняя девочка, получили травмы головы и сотрясение мозга. Пострадала также 23-летняя девушка, которая сидела на переднем пассажирском сидении Kia Rio.